Привет! Сегодня я хотела бы вам показать, как связать вот такого вот котеночка амигуруми. Для вязания нам понадобится пряжа. Я взяла Alize Baby Wool. Это шерсть плюс бамбук детский, антиаллергенный, гипоаллергенный. Здесь в 50 граммах 175 метров. Также нам понадобится крючок. Я взяла 1,7. Ножнички. Детский киндер, яичко вот такое вот. Я сюда положила 3 пуговички. Мы будем в голову, вот видите, тарахтушка у нас получается, детская игрушка. Мы будем в голову увлаживать вот это яичко с пуговичками. Также нам понадобится иголочка для сшивания, 2 бусинки глазки и, в общем, ваше хорошее настроение. Итак, начнем. Мы начнем с головы. Для набивки головы и ручек наших туловищ с ножками понадобится небольшое количество наполнителя. В качестве наполнителя я взяла ватку, так как основная часть нашей головы будет набиваться нашим киндером вот таким вот яичком с этими с пуговичками. Вот, поэтому нам небольшое количество понадобится наполнителя. Итак, делаем кольцо амигуруми, либо воздушную петлю, как ее еще называют, и закрепляем. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вообще, этот мастер-класс я увидела у Натальи Кирьян. Этого котеночка она придумала, поэтому ей большой привет. Спасибо большое за такую красоту. Итак, второй ряд мы делаем в каждый наш столбик без накида, в каждую петелечку делаем 2 столбика без накида, прибавочку, так сказать. 1, 2. Дальше продолжаем. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Второй ряд провязан. Для тех, кто хочет делать полосатого котеночка, такого, как я показывала вам первоначально, можете менять цвета через каждые 3, там 4, можете 5 рядов. Я здесь меняла непроизвольно, у меня на этом котеночке около 6-7 цветов, я сейчас не буду считать. Но я сейчас буду делать чисто такого вот голубенького котеночка, вот, вот такого. Поэтому я буду все делать однотонно. И продолжать точно так же однотонно. Я вам еще раз повторюсь, кто хочет разноцветного, чередуйте через несколько рядов другой цвет. Итак, третий ряд. Теперь мы будем делать столбик без накида 1 и прибавку. То есть чередовать один в одну петлю столбик без накида, в следующую петлю 2 столбика без накида. Я буду сразу считать, поэтому вы тоже следите обязательно за количеством. Третий, так, четвертый столбик. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И последняя прибавочка 17-18. Теперь я вам советую взять кусочек ниточки другого цвета. У меня, например, это будет вот черненький, небольшой такой кусочек. Можете взять обычный маркер, у кого есть, допустим, можете просто булавочку и отметить начало ряда. Чтобы вам каждый раз не считать количество петель, я предлагаю вам отметить начало ряда. Теперь нам нужно будет провязывать 2 столбика без накида и третий делать прибавочку. Теперь 1, 2, третий делаем прибавочку. 2 столбика без накида. Теперь снова
Один, два, третий, два столбика без накида. В конце ряда у вас должно получиться 24 петелечки. Теперь снова 1, 2, 3, 4, третью петелечку. Снова 1, 2, прибавочка. Третий и четвертый в один столбик. 1, 2, прибавочка. И последний. 1, 2, прибавочка. Итак, нам нужно вот таких вот прибавлений, чередуя в следующем ряду 3 столбика без накида прибавка, 4 столбика без накида прибавка. Так нам нужно провязать до 6 столбиков без накида. Прибавочка. То есть у вас в конце должно получиться 48 столбиков без накида, ну либо 48 петелечек, так сказать, поверхностно. Вот когда провяжете вот такой вот, скажем так, кружочек с прибавлениями, мы с вами продолжим. Обязательно не забывайте отмечать начало ряда вот таким вот маркером, чтобы вы не путались в рядах и в количествах прибавочек. Итак, вот мне осталось сделать последний ряд прибавочек. Как я вам уже и говорила, должно быть 6 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6. И последняя прибавочка. 3, 8. Вытягиваете наш маркер и снова передвигаете его в начало ряда. У вас должно оказаться 48 столбиков без накида в одном ряду, либо 48 вот этих крайних петелечек. Итак, нам нужно провязать теперь 6 рядов без прибавлений. То есть мы в каждую петелечку вяжем по столбику без накида. У нас должно быть, напомню вам еще раз, 48. То есть я вот провязала 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, только правильно не теряйте, так как я, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48. Вот как раз у меня получились 48 петелечек. У вас тоже все должно совпасть. 48 петелечек до нашего маркера. Итак, смотрите, мы провязали сейчас с вами 9 ряд. Так вам нужно провязать до 14 ряда.
15 ряд будем с вами вязать, покажу, как нужно дальше. После того, как мы закончили провязывать 6 рядов столбика без накида, мы сейчас будем делать убавление. Через каждые 6 столбиков без накида будем делать убавление. Итак, начнем. Не забывайте перекидывать наш маркер обязательно, чтобы отмечать метку человека. Так, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Убавку я делаю следующим образом. Две стеночки, вот начальная стеночка передняя, вот такая вот. Два, получается, две петелечки одеваю вот так вот за передние стеночки наши на, вот видите, на крючок. Захватываете ниточку, вытягиваете сначала через них, а потом общие соединяете вот последние две петелечки, вот так вот. Теперь снова в следующий вкалываете одна петля, две, ой, столбики без накида, простите, 3, 4, 5, 6. Еще раз вам покажу. Смотрите, получается седьмую петлю и восьмую одеваем на общий вот так вот на крючок. Захватываете ниточку, продеваете через них, а теперь общую петлю делаете. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь снова убавочку. Две петелечки одеваете за переднюю стеночку, протягиваете еще раз. Для чего я делаю за передние стеночки вот так вот убавление? Для того, чтобы у нас не было видно никаких рубцов и швов. То есть у нас будет вот такой вот эффект, как здесь. Вот эти наши прибавочки были. Видите, их почти не видно вот так вот. Рубцов нет. Точно так же и убавления будут не видны. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Следите обязательно, чтобы ниточка не развивалась, потому что у меня бывает такой эффект немножечко. Можно, конечно, сделать другим образом. Смотрите, сделать вот такие вот две полупетли, соединить общими. Но я же вам еще раз повторяю, будет вот такой вот рубец по всему, как говорится, по всей убавке, по всем рядам. Поэтому я не очень такое люблю. Я делаю за передние стеночки. Таких убавочек нам нужно сделать в ряду 6 штучек. То есть в конце ряда у нас получится 42 петли. Должно получиться. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, пятый делаем. Так, я чуть-чуть распущу, я немножечко запуталась, пока вам объясняла. Вот так. Шестую делаю. Перебавочку нашу. Один. Два. 5, 6. Снова убавочка. Теперь снова 1, 2, 3, 4, 5, 6. И последняя наша шестая убавочка. У вас перед маркером должна еще сделаться одна убавочка. Обязательно следите за этим. Почему? Потому что если вы где-то согнетесь, распускаете до последней убавки. Потому что у меня бывает такое очень. Кто-то зазвонил телефон, кто-то позвонил в дверь. Поэтому очень внимательно следите. Теперь смотрите, следующий ряд. Мы, так как мы делали сейчас 6 столбиков без накида убавочку, то сейчас мы будем делать 5 столбиков без накида убавочку. Итак, первый я сделала, чтобы закрепить маркер. Теперь продолжаем. Первый,
Посмотрите. Первый, второй, три, четыре, пять. И снова делаете убавочку за две передние стеночки, соединяете общей петлей и снова общая петля. Один, два, три, четыре, пять. Снова убавочка. Один, два. Общая петля, общая петля. Продолжаете. Один, два, три, четыре, пять. И снова убавочка за две передние. За переднюю стеночку одной и второй. Общая петля, общая петля. Снова один, два, три, четыре, пять. Убавочка. И снова один, два. Четыре, пять, убав. Один, два, три, четыре, пять. Последняя убавочка. Сейчас, чтобы вам было легче, вытяните немножечко петлю последнюю. Эту спрячьте в серединку, кончик, подтяните все аккуратненько, все, чтобы у вас хорошо было. Сейчас я вам предлагаю немножечко набить. Подвыровняйте вот так вот краешки, чтобы у вас все было здесь удобненько. И немножечко обмотайте, берете наше яйцо с бусинками там или пуговичками, что у вас такое более ненужное. Можете, если у вас ничего нет такого лишнего, можете положить несколько обычных сухих фасолей. Ну, то есть я такое тоже делала, и довольно-таки неплохо получается, звучание ничуть не хуже. Немножечко возьмите, обмотайте в ватку, вот так вот со всех сторон. Это яичко. Для чего? Объясню. Для того, чтобы оно не было, ну, такое вот голое по всем сторонам и тверденькое, ну, то есть, чтобы ребенок себя, как говорится, не ударил. Ну, в принципе, я вам скажу честно, если даже ударит, ничего как бы страшного нет. Все очень довольно-таки легенькое и нежненькое. Итак, взяли, обмотали немножечко наше яйцо в ватку и ваткой немного набили. Сильно не нужно, так как это будет потом вам мешать. Вот, поэтому я вам предлагаю немножечко вот так вот по всем сторонам и продолжаете убавку. Так как я вам говорила, чередовать нужно убавочки до столбика без накида и убавку. Ну, то есть убавляете до тех пор, пока у вас не останется 6 петелечек, 6 столбиков без накида. То есть чередуете. Сейчас мы закончили с вами на 5 столбиках убавка, теперь делаете 4 столбика, 3 столбика, 2 столбика, 1 столбик, и в итоге делаете всего 6 убавочек. Когда убавите полностью, закрепляете ниточку и прячете кончики. Я вам покажу сейчас, что в итоге получается. Вот что у нас получилось. По мере убавления петель я наполняла ваткой, и у нас получился вот такой вот плоский шарик. Я закрепила, обрезаю ниточку небольшую, просто для того, чтобы закрепить ее. И все. Вот такой вот шарик. Вот такая вот голова. Равняйте ее, потому что будет не очень просто так набивать ваточкой, чтобы кругленько было, потому что тут яйцеобразная вот эта наша погремушка. Вот. Итак, голова у нас связана.